Всем привет! Сегодня решил тоже показать еще одну мигалку, которая была собрана, когда я ходил в радиокружок. То есть этой плате тоже где-то лет так 10-12. Значит, это у нас от Мега 8 микроконтроллер. Вот. Вот элемент, я не помню для чего. Вот. Но это стабилизатор напряжения. Это переключение режимов. То есть такой режим. Такой режим. Такой режим. Она сама что-то меняет режимы. Такой режим. Такой вот режим. Мне кажется, фотоэлемент сам меняет режимы. Пчелка. Мне кажется, ли вот этот светодиод не работает. Ага. Не работает. Не, не работает. А целая мигалка рабочая. В общем, вот так. Thank you.